Юбилей сегодня отпраздновали в областном совете мира. 5 лет правления Тамилы Афанасьевой. Для руководителя это тройное торжество. Помимо управления советом, у нее 10 лет в общественной деятельности, а также день рождения. Именинница вспоминает, чего удалось добиться за это время, скольким людям помочь, что сделать для города. Мы посчитали, что более 15 тысяч детей за все эти годы приняли участие, получили подарки в новогодних праздниках. Все наши традиционные мероприятия, которые были созданы еще 50-60 лет, это культурные события города, области, страны, они все полностью были созданы, восстановлены. 25 лет идет Рождественская звезда. Также мы хотим отметить, что сквер мира, который мы сделали совместно с городским советом, и сейчас мы будем делать все, чтобы продолжить эту хорошую, вот этот вот небольшой, сердце города, как говорится, обогатить зеленью, красотой для наших жителей. Областной совет мира сотрудничает не только с органами власти, но и со всеми прогрессивными силами в регионе, ведущими политиками, общественниками, академическим сообществом. Я очень хочу поблагодарить также своих партнеров, людей, организаций, которые много лет трудятся с нами и помогают нам. Это, конечно, и Сергей Васильевич Кивалов, народный депутат многих созывов, юридическая академия, это морской колледж, это все наши партнеры, которые много лет идут рядом, и надежные партнеры, которые не поводят ни общественность, ни горожан города.